побеждает, как говорится, не только сильнейший, а тот, у кого, наверное, дух очень сильный. Поэтому я вам, дорогие друзья, желаю успехов, побед, чтобы вы никогда не падали духом и всегда и везде выходили победителями. Время на приведение движения в порядок. Женя, последний, хорошо. 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 А в данном поединке по виду по очкам они находятся в 14-й позиции.